Привет, ребят, с вами Лайкан, и в этом видосе я вам расскажу примерную дату выхода обновления 0.14.0. Так что досмотри этот видос до конца и заранее подпишись на канал и поставь лайк. А еще рандомный комментатор под этим видео получит 150 голды. Так что чем больше ты оставишь комментариев, тем больше шанс, то что ты именно выиграешь 150 голды. Ну а я желаю всем удачи, а мы приступаем к видосу. Многие думали, что обновление выйдет после того, как скины из зоны 9 выйдут на рынок, и они вышли, но обновления нету. Даже уже сезон закрыли. Дело в том, что просто разработчикам не хватает времени закончить обновление, поскольку оно реально будет масштабным. И как минимум там будет новая коллекция, ребят, и вы просто не понимаете, сколько от работы и сколько времени надо. Многие уже говорят точную дату выхода обновления, ютуберы тоже сливают просто видосы о дате выхода, но, ребят, точную дату даже не знают сами разработчики. Ну, могу сказать точно то, что в середине или в конце августа оно выйдет. Так что, ребят, мы еще успеем поиграть летом в эту игру. Ну а что примерно в данном обновлении будет, вы можете посмотреть на прошлом видеоролике. Просто перейдите на мой канал и посмотрите. И, кстати, у меня есть новость для вас. Я набираю киберспортивных игроков в свою команду. То есть, если у вас есть гол 4 и выше, и есть хорошее КД, то по ссылочке в описании у меня есть паблик, наш паблик киберспортивной команды. Там есть прикрепленный пост, и просто в комментарии оставляем заявочку. Кстати, выйдет скоро на данную тему видос, ждем. Ну и все же, почему обновления так долго делают? Просто, возможно, делают новый режим и, возможно, новые возможности, как мастерская. Ну и, конечно же, каждое обновление разработчики пытаются улучшить античит, чтобы читеров стало намного меньше. Так что, мне кажется, лучше подождать и играть без читеров, чем играть с ними. Ну а если ты досмотрел этот видос до конца, большое тебе спасибо. И раз ты досмотрел, просто поставь лайкос, оставь комментарий как можно больше, ведь ты можешь выиграть 150 голды. Ну а с вами был Лайкан. Всем удачи и всем пока.